Давно не виделась с вами в эфире. Всем привет! С вами программа «Дорожный просвет». Смотрите в этом выпуске. Насколько жизнеспособна ваша аптечка? Изучаем вопрос вместе со специалистом. Новинки автопрома и ассортимент автомагазинов. Спрос уже возник. Что с предложениями? Пришла весна, самое время заняться автомобилем. Может решить проблемы, до которых зимой не доходили руки, ну а кто-то просто захочет освежить свой авто, уже настраиваясь на лето. Сделать необходимые для этого покупки намного проще, если знать, куда идти. Мы наведались в магазин «Движком», чтобы выяснить, как там встретят озабоченных весенними хлопотами автомобилистов. Прежде всего, стоит сказать, что если название сети «Движком» вам не знакомо, значит, вы совсем новичок за рулем. Большинство новгородцев уже давно знают сюда дорогу. Сетевики представились в нашем городе сразу двумя точками – на Нехинской, 8, и Большой Санкт-Петербургской, 95/1. У обоих магазинов удобная парковка, да и располагаются они удобно. Если мотаетесь по городу, не раз проедете мимо. Главное, не забыть заскочить. Если, конечно, проблема не наболела. В случае острой необходимости вам в «Движком» прямой путь, а не проездом. Строго по списку, как примерные мужья в супермаркете, автомобилисты прицениваются к товару, не отвлекаясь на ненужное. Перед выходными новгородцы активно берут что-то габаритное и весомое – тормозные диски, колодки, кузовные детали. Сразу ясно – свободные дни будут посвящены автомобилю. Магазин хороший, все вроде. В наличии все есть всегда. Запчасть надо срочно купить. Купил, заехал, все на месте есть. Продавцы говорят, на неделе хорошо идет мелочевка. Лампочки, фильтры, свечи, которые требуют срочной замены. Когда бы вы ни приехали, велика вероятность, что нужную вам деталь при вас принесут со склада. Ассортимент, представленный в обоих магазинах, довольно широк. Принцип торговли запчастями для иномарок такой же, как в большинстве автомагазинов. Многое в наличии, но что-то под заказ. Нужен лишь ВИН, и будет покупателю счастье. В случае с отечественным автопромом на складе есть практически все. Если деталей нет, ее тоже привезут, причем довольно быстро, в течение суток. «Движком» – это динамично развивающаяся сеть розничных магазинов. У нас есть в наличии как оригинальные запчасти, так и качественный аналог. Остается покупателю выбрать только по цене либо по качеству. Мы работаем напрямую с многими производителями. У нас есть сертификаты качества, от этого хорошие цены. Очень большой выбор, очень большой ассортимент, то есть есть чего выбрать, большая ценовая политика, ну и очень вежливое обслуживание. Тем, кто даже в период кризиса остается верен своим пристрастиям, оригинальные детали. Для тех, кто экономит, качественный аналог. Впрочем, ни за оригинал, ни за замену переплачивать не хочется. Расходов на машину и помимо этого хватает. В «Движкоме» всегда входит в положение автомобилистов. Товар можно приобрести в кредит. Плюс покупатели частенько балуют различными акциями. Вот очень хорошая моделька. У нас по ней сейчас акция. Очень большая производительность идет у нее. И очень хорошая цена. Очень надежный производитель. Гарантия на нее 2 года. А с нуля поднимает колесо? Конечно, поднимает. Сейчас, к примеру, пришла пора переходить на летнюю резину. В «Движкоме» многообразие выбора, причем в обоих магазинах. Но если будете покупать ее на Большой Санкт-Петербургской, здесь же переобувайтесь. У нас существует дисконтная система. Каждые 2 недели обновляются акции, сезонные предложения. Например, сейчас при покупке комплекта шин скидка 55% на шиномонтаж. Выгодно, удобно. Купил резину и сразу ее поставил без потери времени. С
следите и ловите акции на все традиционные сезонные покупки. Продавцы уже отметили повышение спроса на щетки, стеклоочистителя и салонные коврики. Но, конечно, первая весенняя процедура автомобиля – водная. Не забывайте про то, что связано с мойкой и чисткой. Здесь есть все, начиная с шампуня, заканчивая различными щетками. Второй хит весенних продаж – легкие чехлы на сиденье. Стало больше солнечных дней, пора покупать очки водителя. Самый сезон и обновить или дополнить то, что обычно валяется в багажнике. Аварийные знаки, домкраты, буксировочные тросы, наборы инструментов. Заказать, что вам нужно, можно из дома на сайте магазина. У многих автолюбителей нехватка времени. Поэтому, если нет возможности подъехать к нам в магазин, все можно заказать на нашем сайте движком.рф. Бывает, что нужно заказать запчасть под заказ. Без проблем, привезем. Все просто, а главное быстро. Словом, в движкоме готовы удовлетворить все потребности новгородских автолюбителей в качественных и доступных автотоварах. Магазины сети работают ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Приезжайте, найдется все. Не ошибусь, предположив, что мало кто из автомобилистов вспомнит, где лежит его аптечка. И уж тем более большинство не в курсе, что в ней находится. А зря, ведь эта небольшая коробочка может оказаться очень ценной. Список того, что должно лежать в аптечке, утвержден законодательно, приказом Минздрава. Теоретически цены на этот атрибут, предлагаемый разными производителями, должны быть примерно одинаковы. На деле на прилавках магазинов варианты меднаборов от 200 до 700 рублей. Дмитрий – большой любитель шедевров немецкого автопрома. Он в курсе всей важности присутствия в автомобиле средств первой помощи. В деле выбора этого набора он тоже положился на немцев, тех, что сконструировали его Audi. Аптечка брендовая. Правда, стоит немало. Дмитрий надеется, что не зря. Эта аптечка идет в комплектации с автомобилем, штатная. Диапазон цен в среднем от 2000 до 6, в зависимости, видимо, от статуса автомобиля дополняется в машину. Было бы, конечно, интересно узнать за такие деньги, как ее комплектовали. Узнаем, но чуть позже. А пока познакомимся с оператором МТ, который не раз снимал кадры с последствиями серьезных аварий. В силу своей профессии Петр тоже не сомневается, аптечка может пригодиться. От этого никто не застрахован. К вопросу ее выбора, правда, он не подходил слишком тщательно. Доверился известной марке и комментариям в интернете. Вот выбирал аптечку Fest. Ну, просто на слуху было. И все. Что внутри аптечки я уже видел, а насколько это полезно, ну, было бы интересно узнать. Петин образец стоит в районе 350 рублей. Аптечка Дмитрия – 2000. Для разнообразия мы взяли аптечку в нашей редакционной машине. Кто, когда и за сколько ее покупал, мы не знаем. Насколько жизнеспособны все три варианта, мы попытались разобраться вместе с опытным врачом, главврачом станции скорой помощи. От чего же зависит цена? Я думаю, вот стоимость упаковки и качество материалов. Бинты же, они вот вроде бы одинаковый размер, но стоимость его может быть разная, зависит от плотности самого бинта. Оказалось, что две недорогие аптечки по составу практически не отличаются. В Петиной, правда, перчатки оказались получше. Ну, перчатки здесь не резиновые, а нейтриловые. То есть они попрочнее. В остальном и по качеству, и по составу стандартный набор. Бинты, пластырь, приспособление для искусственного дыхания. Опять же, в новой Петиной аптечке оно лучше, чем в нашей казенной. Как выразился Андрей Федоров, эстетичнее. А вот Дмитрий переплатил не зря. Его европейская аптечка выгодно отличается от других присутствием в наборе термоодеяла и очень качественных перевязочных материалов. Этот бинт, он самоклеящийся, очень удобно именно накладывать повязки. Самый дорогой образец победил и наличием, не удивляйтесь, ножниц, которые режут. Разрезать ту же самую одежду. Вот если попробовать, ну вот как бы вот так, а взять эти ножницы для разрезания одежды, даже вот они вот с таким носиком, они специально для этого, чтобы вот. То есть вот на этом экономить, наверное, мне кажется, не нужно. Вот это вот просто как бы ими ничего не сделать.
Когда-то в аптечке были обязательными для наличия, к примеру, анальгин, аспирин, антитравматическая повязка с диоксидином, либо нитратом серебра или сульфацил натрия, а еще нитроглицерин. Наш эксперт поясняет, новый состав сформирован Минздравом по принципу «не навреди». Все медикаменты – большая потеря только для медиков, у них они при себе. Тем, кто в лекарствах не разбирается, не стоит иметь их под рукой. Даже мы, когда выезжаем в общественные места, там, кто пользуется этими аптечками, применение нитроглицерина иногда противопоказано, а человек, который не обучен, он дает пациенту только вредит. Вот всем вот этим, что сейчас в аптечке, навредить невозможно. Впрочем, автомобильный чрезвычайный набор никто не мешает дополнить самостоятельно по принципу «у кого что болит», в зависимости от наличия индивидуальных медицинских показаний. В общем, загляните в ваш тревожный чемоданчик и проверьте, насколько он жизнеспособен. Если что, хотя бы замените ножницы. И не поддавайтесь искушению купить фейковую аптечку для вида. Отсутствие своевременной адекватной помощи при ДТП может обойтись гораздо дороже. В феврале для жителей Великого Новгорода и области распахнул свои двери автоцентр «Автостиль» – официальный дилер таких брендов, как «Лифан», «Черри», «Ховер», «Фав» и «Равон». «Лифанов» по Великому Новгороду ездит уже предостаточно, а вот последние две марки ранее не были представлены в нашей области. Давайте посмотрим, что еще предлагает «Автостиль». ФАВ – старейшая китайская автомобильная компания. Автомобили и грузовой транспорт этого производителя уже давно зарекомендовали себя как надежная и экономически выгодная техника. «Равон» объединил в себе два бренда – «Дэу» и «Шевроле». Лучшие качества автомобилей этих марок можно увидеть в моделях «Равон» – «Нексия», «Джентра», «Р2» и «Р4». В «Автостиле» на все эти марки действуют специальные акции и выгодные предложения по кредитованию. Доступна программа «Трейд-ин». Кроме продажи новых машин, автоцентр «Автостиль» оказывает услуги по сервисному обслуживанию автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, а также выполняет малярно-кузовные работы любой сложности. Профессиональное оборудование, высококвалифицированные специалисты и сдержанные цены порадуют самого взыскательного автолюбителя. Но сегодня в автосалоне нас заинтересовала новинка сезона – «Лифан X70». Это наследник X60, более усовершенствованная модель, которая со временем должна полностью заменить своего предшественника. В автоцентре уверяют, удобство, технологичность и безопасность – это не просто слова, когда речь идет о новом кроссовере. Хочу отметить, что X70 представляется большим количеством опций. 6 вариантов доступны для российского покупателя. Еще одним инновационным преимуществом данного автомобиля является наличие системы курсовой устойчивости 9-го поколения от компании Bosch. Поэтому водитель может быть всегда уверен в устойчивости автомобиля на любой дороге. Автомобиль доступен по цене от 799 тысяч рублей. Уже традиционным стал тот факт, что новинки от компании «Лифан» имеют весьма умеренную стоимость, удовлетворяя потребности клиента в сочетании цены и качества. Хочу добавить, «Лифан X70» На «Лифан X70» распространяются программы льготного кредитования «Лифан Финанс» и «Лифан Директ». Подробнее с условиями данных акций можно познакомиться у нас в салоне. «Лифан X70» представлен в спортивном дизайне, что сразу наводит на мысли о путешествиях и активном отдыхе. Дорожный просвет 195 сантиметров позволяет без проблем преодолевать препятствия как на бездорожье, так и в черте города. При этом автомобиль оснащен множеством помощников, к которым уже привыкли современные автомобилисты. О системе курсовой устойчивости от компании Bosch нам уже упомянули. Кроме нее, X70 снабдили системой помощи при трогании в гору, которая не даст скатиться с уклона, пока вы переносите ногу с педали тормоза на педаль газа. Очень важным преимуществом является и контроль усталости водителя. При непрерывной езде более 2 часов автомобиль предложит передохнуть с помощью специальной пиктограммы на панели приборов. Список оснащения «Лифан X70» вошли передние и задние датчики парковки, датчики давления в шинах, камера заднего вида, а также бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки. А система поиска местоположения в радиусе 45 метров позволит владельцу с легкостью найти свой автомобиль на парковке. Салон стал больше и удобнее, да и багажник прибавил в объеме. При стандартном положении спинок второго ряда сидений его вместимость 419 литров. На приборке авто 9-дюймовый ЖК-экран мультимедийной системы с мультитач. CarPlay, Android Auto – все здесь.
Lifan X70 доступен в двух версиях – с пятиступенчатой механикой с защитой от случайного включения задней передачи и новой автоматической трансмиссией с вариатором и спортивным режимом. Двухлитровый четырехцилиндровый BVT-двигатель последнего поколения обладает мощностью 136 лошадиных сил. Lifan уже имеет позитивную репутацию. Побеждающим аргументом для покупателя при выборе машины остается ее стоимость. К тому же на X70, как и на весь модельный ряд Lifan, в России распространяется гарантия – 5 лет эксплуатации или 150 тысяч километров пробега. Так что тем, кто хочет этой весной щеголять по дороге на новеньком авто, стоит приехать в автоцентр «Автостиль» и узнать обо всех новшествах в развитии модели Lifan. Здесь вас познакомят с полным перечнем преимуществ. С вами была Наталья Савицкая и программа «Дорожный просвет». Хорошего вам настроения в пути и увидимся на НТ.